Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает, что в связи со строительством проспекта Карла Маркса и реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» от Ракитовского шоссе до автодороги «Обводная» города Самары продлено временное ограничение движения транспорта по участку магистрали до 28 ноября. Объезд осуществляется по автомобильной дороге «Обводная» города Самары в соответствии с временной схемой организации безопасности дорожного движения. Соответствующие дорожные знаки установлены. Водители просят отнестись с пониманием к проведению работ, направленных на повышение комфортности проезда и устранение перегрузки дорожной сети Самары и Самарской области, и не нарушать правила дорожного движения. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары сообщает, что в России утвержден план проведения года семьи. В нем 7 блоков, главная цель – укрепление семейных ценностей. Мероприятия будут направлены на поддержку молодых студенческих семей, чествование родителей, награжденных званием «Мать-героиня», медалью и орденом «Родительская слава», совершенствование программы льготного ипотечного кредитования для семей с детьми, установку правового статуса и основных социальных гарантий многодетной семьи. По поручению президента Владимира Путина будет продлено действие денежной выплаты при рождении третьего ребенка, которую можно направить на погашение ипотеки. В Самарской области действуют 27 видов мер поддержки семей с детьми, от различных пособий до программ по решению жилищных вопросов. Администрация Ленинского района Самары информирует о том, в каких ситуациях помогает сайт госуслуги. Сервисы портала делают жизнь легче, избавляют от очередей в ведомствах и долгого ожидания справок. Им могут воспользоваться разные категории граждан – родители, пенсионеры, автолюбители, студенты. К примеру, на портале госуслуги можно подать заявление в ЗАГС, прописаться по новому адресу, подать заявление на выплаты, оформить ребенка в детский сад, сделать выписку из трудовой книжки. Студенты при переезде на учебу в другой город могут зарегистрироваться по новому адресу онлайн.